Котейка, давай представляем. Экскаватор, фронтальный погрузчик, автокран и карьерный самосвал. Посмотри внимательно на картинки. Как бы ты назвал их одним словом? Правильно! Это транспорт, а точнее строительный транспорт. Строительный транспорт – это машины, которые помогают при строительных работах. Кошка, кролик, лошадь, собака. Как бы ты назвал их одним словом? Молодец! Это животные, а именно домашние животные. Домашние животные – это те, которые живут рядом с человеком и приносят ему пользу. А взамен человек кормит их и ухаживает за ними. А какое домашнее животное есть у тебя? Поделись с котейкой в комментариях. Как бы ты назвал все эти картинки? Отлично! Это поезда. Поезд – это состав из нескольких вагонов и локомотива, который их двигает. Пчела, бабочка, муравей, божья коровка. Каким бы словом ты назвал все эти картинки? Умничка! Это насекомые. Маленькие животные с шестью лапками и насечками по телу. А что же изображено на этих картинках? Здорово! Это все десерт. Или сладости. Банан, яблоко, груша, персик. Как бы ты назвал их одним словом? Ты прав, это фрукты. Сочные, сладкие плоды растений. Самолет, вертолет, дирижабль, гидросамолет. Как бы ты назвал все эти картинки? Ты угадал! Это воздушный транспорт. Привет, ребята! Сегодня у котейки для вас сюрприз. Теперь вы можете не только смотреть наши ролики, но и активно изучать виды транспорта в нашем приложении. Также вы сможете проверить свои знания и поиграть в викторину. Ссылка на приложение в описании. Ставь лайк и подписывайся на канал, чтобы не пропустить следующее видео.